Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Motorola Moto G22. И сейчас я покажу вам, как войти в Google аккаунт на данном устройстве, как его добавить и также как его можно удалить потом. Для этого мы переходим в настройки. Далее проходим вниз и выбираем здесь пароли и аккаунты. Далее нажимаем «Добавить аккаунт». Выбираем Google. Подтверждаем, что это мы паролем. И теперь вписываем наш адрес. Точнее, адрес нашей почты. И пароль. Принимаем. И таким образом мы добавили Google аккаунт. Теперь, если мы захотим удалить этот Google аккаунт, мы нажимаем на него и нажимаем «Удалить аккаунт». После этого нажимаем «Удалить аккаунт» еще раз и вводим пароль для подтверждения личности. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.